насколько вообще педоха или хрящу. Ты будешь вставать в какие-то его места там? Нет. Понятно, шизофреник только я. Хорошо. Ладно, кто-то в нашей семье должен быть нормальным. Вот. Мы-то сейчас нашли. Да я думаю. Не, ну я, видишь, надо что-то сделать, я не знаю, что. Ну, я вот брала сяо и сначала стояла на корабле у Бэйдоу, потом просто на зуме смотрела на храм, по-моему. Но мне это ничем не помогло, я просрала 50 на 50, и меня тянуло на гарант. Поэтому... Я просто дам Куке подержать меч. Клятву свободы? Да. Думаешь, Куки принесет удачу? Нет, ну почему? Все может быть. Я просто даже не знаю, кого лучше. С кем вот он дружен? С Бэйдоу, с Горынычем, с Какоми? Какоми у тебя нет. Ну окей, могу Бэйдоу взять. Ну нет, ну она это. Ну, Бэйдоу, короче, Горыныч? Ну давай, что-нибудь, короче. Давай, Кадзуха, все там. Твой меч тебя ждет уже, короче. Жги и жми. Так, вот этот баннер, да, все. А то у меня шизофрения, я обычно это... Да. Я три раза проверяю, какой баннер. Нет тут. А тут у тебя много? Типа а посмотри, 50. Что мы смотрим. Блин. Ну вот. Ага, ну да. Раз, два... 3, 4, 5. 6 и 5 — 30. 30. И вот. Вот она ключ. Мелочь. 31 даже получается. Давай. Не голда. Не, ну я вижу. О, Нина. Слушай, Нина, у тебя все-таки соберется все 6, мне кажется. Ой, я уже забыл даже, какая она. По-моему, у тебя уже 4-я. Была 4-я. А, ну, короче, потом посмотрим. Будет тоже типа спойлера. 40 это было, да? Угу. Это 50. Угу. Тома. Еще один Тома. Тома тоже, наверное, соберется. А у тебя кто? У тебя рекордсмены по созвездиям были Нина и Хайдзо? Я не помню. Нет, Хайдзо у меня, по-моему, меньше всего. А, да? Не, у меня Хайдзо, по-моему, только одна штучка, по-моему, вообще выпала. Как по факту наличия, и все. Это 60. Ого! Голдан. Душевно. Нина, Нинка. Здравствуйте. А чем мы крутим? Грац. О, Кадзуха. Ты вообще, я тебе хочу сказать, легкой кровью делать. Не, в отличие от меня, тебе все-таки больше везет как-то. Отлично. Шикарно. Грац. Ну вот и все. И все. Мастер стихий. Ну вот Куки поддержала, видишь. Куки молодец. Ну, а я отойду бюджетным банком, потому что мне с оружейным баннером не везет, поэтому в жопу. Нет, да. Я буду с жалом. Да, мне будет обидно. Ну, он у меня уже 87-й, поэтому пофигу. Так, с чем она мне вот с этим была? С фавориками? Ну, так вот это тоже на... А, это... А, это... Да, у меня не то. Как у Церубы. А этого у тебя нету. Нет, вспышки во тьме у меня нету, а красненькие это по квесту на Кадзуху давали. Так, значит, Нинка. Нина успела выпасть два... А, все шесть, да? Нет. Будет, будет. А, да. Будет. Шестая Нина, Грац. Охренеть. Грац, чё? Да. Это твой первый... А, нет, не первый, шестая. Наэль у тебя все шесть. И Барбара. И Барбара. Да, ну вот у меня Барбара, Наэль, к сожалению, нет. И Тома четвертый, да? Угу. Норм. Ну, это очень удачный заход, вообще, я считаю. Угу. Ну и Кадзухера. Грац. Ему на МС. Ну, меч, во-первых. А где меч? А, наверх промотай. Я уже все думал. Я тоже сейчас. А где меч?
Меч Бумель, ни одного меча нет. Я помню, что у тебя 3 голдовых, 1 рука. Вот. Ну, отлично. У тебя даже лучше, чем у меня. Ну все, когда-нибудь. А здесь а чем надо? МС, изумрудная тень. Вот если есть с именно МС, нет. Мне вот повезло, мы пока с тобой ходили за девой, мне нападало, кстати, очень прилично. Ну, если именно изумрудную тень брать. Да. Сейчас чтобы посмотрим. Он давал и баф, и дебаф. Так-то у меня что-нибудь-то есть, но оно, возможно, у кого-то так защита. Все атаки, бонус электро. Ну, да, тут... у тебя падает. А фиолетовых нет? Да, фиолетовые удачные бывают. Нет, фиолетовых у меня нет. Понял. Ну, пока пускай будет на это. Ну, у него вообще у тебя МС что-то вообще нигде нет. Да. Так, не, а МС, возможно, есть в других, в любых. Угу. Так, защита, ХП, защита, сила атаки, тут чуть-чуть МС. Чуть-чуть МС, да. ХП. Вот МС. Вот это надо втачивать. Причем какие там статы? Там неплохие статы. Восстанова, шанс крит. Ну, не помню, если четвертый поймать какой-нибудь крит или силу атаки, вообще будет огонь просто. Так, пёр. Перьев много. МС есть внизу. Угу. Неплохо уже. Восстанова. Шанс. Тоже МС. И МС даже больше, чем в том, по-моему. Причем здесь 4 строки. Сила атаки, шанс крит. Кстати, неплохой. Восстанова. Ну. Вот первое было, да? Первое. Восстановка. Ну тут так себе. 16. И вот это вот, вот. Да. Вот оно прям прилично статус. Ну, оно и будет. Прям душевно. Это не то. Да. А вот рядом с Хайдзо, вот цветок золотой. А. Вот. Здесь скромный цветок. Ну да. Нет, сила атаки. Ну, как бы. Ну, можно еще потом будет походить. Да. Вот. Мне в любом случае в этом данже жить и на Сяо, и на Казуху, и на Сахарозу, и там сдохнуть. Потом 23. Угу. Так-то у меня полно всякого. Ну да. Ну все, грац. И вот не знаю, в шапке МС-то есть? А, ну вот, кстати. Да. У Сахароза оно. Есть, да. У нее МС одета. Угу. Сила атаки, шанс крит, защита ХП, все в процентах, офигеть. Круто. Сейчас. Все, теперь где-то будет грустить одна жена. Ничего страшного. Ах, ничего страшного. User disconnected from your channel. Ну, не, еще и МС твое. Ну, чё-то нету. Ну, все тогда. Когда-нибудь подкачаем его.